давайте здороваться. Секундочку, секундочку. Так, Татьяна, здравия. Гречихина, здоровья. Какая интересная география. Донбасс, Москва, Кострома, Тверь. Борис, привет. Бухтияров, привет. Так. Игорь Сафин, здравия. Наталья, тоже Казахстан. Тоже здравствуйте. Так, Егор Тонс. Ну, Егор, это наш новый, как бы его называть, сотрудник. Становится один из лидеров. Всем добрый вечер. Присоединяйтесь к чатам садоводства по Железову. Ну-ка, если я нажму, что будет? Садоводство по Железову. Присоединиться. Открыть приложение. А, вот вы и тут. Значит, все понятно. Интересно, что тут последнее. Вступил в группу. Городничин один из активных. Мне так нравятся его письма. Так, ладно, возвращаемся там, где были. А где мы были? В карте теперь найду себя. Так, наверное, надо попробовать вот так. Ага, вот, вернулся. Спасибо за приглашение, Егор. Лобасов Леонид, всем добрый, но дождливый вечер. Вот у нас засуха дикая, я присоединяюсь к вашему пожеланию. Приветствую всех, 27 салманджорца номер 2, все отличаются друг от друга формой и цветом листа. Привал, черенки, абрикосы, напорятся сливы, порос 50 сантиметров и уже заложил цветочные пучки. Это два проблемы. Первый, 20 сеянцев все отличаются и будут отличаться. Мой яркий самый пример, скоро он станет классическим. Абсолютно точно все то ли 20, то ли 30 сеянцев, которые я выслал на данный момент исполняющий обязанности директора Мясского института. Так, сеянцы размером с карандаш. Взяты были, выкопаны из-под дерева, которое называется Маньчжурский патриарх. Я вам показывал дважды, дальше неудобно показывать. Вот, у него стали плодоносить, и все оказались разные. Все, это из-под одного дерева. Так что ничего удивительного, что 27 маньчжурца номер 2, это сын маньчжурца. Это еще большее разнообразие. И мало того, что формы листа отличаются, они вот еще и плодами отличаются. С чем я вас и поздравляю. А второй вопрос. Привал в черенке абрикоса, напор сливы 50 сантиметров. Ну, надо довести теперь до ума, почему на сливу хорошо. Морозостойкие. Многие хорошие совместимость сливы с абрикосами. Тут как повезет. А вот там, где близко грунтовые воды, прекрасно буду себя чувствовать. Именно абрикосы в качестве привоя. Так, Сергей Алмата, Волга Амур. Всем здравствуйте, Елена Милянова. Добрый вечер. Никак не решу для себя, ветку от второй почки брать на привык опять или нет. Пошли две почки. Хочется дать возможность основному проводнику мощнее быть. И иметь привычный материал. В то время не хочу повредить моим грушам белую сливу. Выбирайте уж сами. Весь мой ответ. Всем благородия, процветания. Виктор Казаков. И вообще надо больше сад иметь. И больше вариантов, и больше этих. Покупать, садить, прививать. Больше. Тогда не будет стоять вопрос. Казаков. Здравствуйте. Гречихина. Позвонила только что по телефону Грязневу. Ё-моё! Вот это да! Ну вот. Позвонила по телефону, говорила, фото сада не делает, некогда. Ну вот опять некогда. Самая интересная груша привита на сеять домашней груши. Приехать можно и посмотреть на его, это первое слово было, поле. Посмотреть можно, но выбрать, как это выбрать нельзя.
Они вот там продают саженцы, команда заранее после заказа готовит саженцы. Еще раз просила приехать по своей командой, самой выкопать. Отказ. Недоверие к моей профессиональной команде, куда может повредить саженцы. Да наоборот, по-моему. По поводу открытой корневой системы, уточнила, почему просто с открытым и продаются открытые корневой системы хранения, связанные между собой. Кошмар. Питомник 30 га. Ну что, настоящий питомник, здорово. Что ты, это здорово. Пока здорово, посмотрим дальше. Давайте вникать. По поводу открытой системы корней уточнила. Почему вопрос остался открытым? И продается открытая система хранения, связанная между собой. Так, питомник 30 га. Заранее заказываешь оптом саженцы. Их за день два выкапывают, окунают болтушку, связывают с снопами, отправляют по адресу. Доживут или не доживут, наша проблема. Вот такой разговор. А если своей командой выкапывают, то берете на себя ответственность, что вы можете повредить корневую систему. У нее только однолетка, разговор был про груши, это все. Получается 30 га питомники, саженцы однолеток. Интересный питомник. А самое главное, ой, я так хотелось бы, чтобы вы спросили. Это все получается, и вроде бы все честно, и все правильно. 30 га это не шутки, это питомник. Сад где? Может, еще раз позвоните. Может, кто-то другой позвонит. Ну, все правильно сделали, но сад где? Груши где попробовать? Ну, это не делает некогда. Ну, понятно, зачем реклама? Надергал кто-то из этого, из интернета. А, может быть, у них настоящий сад. Ну, сколько уже обжигаться людям? Так хочется поверить, что походить, пусть виртуально, но походить по саду. Почему не делают фильмы, что вот я там хожу по саду, вот смотрите, груши, а это еще вкуснее. Как я угощал, видели же, сколько я людей угостил только за этот месяц. Сколько фильмов, а еще не все фильмы выставлены. Еще увидите. А это же самое главное, реклама-то. Почему это не надо делать? Я ничего понять не могу. Почему нельзя наснимать фильмы? Вот 30 га питомник сажется однолеток. Откуда дровишки? Где это? Где вы это? Ладно, там получается груша домашняя, да? Но это культурная груша, скорее всего. Была бы дикая, написали бы дикая. Я же говорю, что риск она дикая, 100%. Допустим, она может полукультурная, все может быть. Но покажите фотографии, где вы берете с этой груши. У меня таких фотографий сотни. Где я с этой грушей беру семечки со своей дикой. А где домашняя? Покажите. Чтобы я видел, что она взрослое дерево, что она ни разу не замерзла. Что... Раз она ни разу не замерзла, значит она годится на подбой. А так, конечно, спасибо, Елена. Половину вопросов снято, а в целом получается. Так и ничего я не понял. Вот я не понял. Пока не вижу сада, я ничего не могу Антону посоветовать. Он ко мне попросил, Антон попросил совета. А что я ему скажу? Михаил, привет. Алмата, привет. Так, Виктор, добрый вечер, Олег Костинович. Подскажите, пожалуйста, на что лучше привить черенки череши бодера, на подвой сибирской штамбовой или на вишню с генами череши? В чем разница? Спасибо. Конечно, на вишню с генами череши. Тут сомнений нет. Вы знаете, ой, вот сибирская штамбовая, как, она может вырасти из косточки, и вы будете, это будет прекрасное дерево, урожайное. Плоды кушать сложно, потому что кисловато сильно. Но это на переработку. И она никогда нигде не замерзнет, вплоть до приполярного округа, везде будет. Это ее качество. Но на нее тяжело приживается черешня, тяжело. Ладно, моя черешня, она уже к ней тоже с десятки мертвых пережил. Десятки мертвых не деревьев, нет еще. Но стали прививок уже мертвые. А вот с генами черешни это уже позади. Плоды покрупнее, косточку с нее берешь. И уже приживание будет лучше. Так что вы не зря спросили, Виктор, я не зря ответил. Вариант 2. Вишня с генами черешни. Олег Васильевич, хочу поделиться радостью. Начал собирать персик бронского. Поздравляю. Шостак. У меня кочки проросли через год, но ростки 15 сантиметров.
Тоники, стол и листики. Еще раз, что-то я устал. У меня косточки прошли через год. То есть год лежали, на второй зашли. Доростки 15 сантиметров, тоники, стол и листики. Нет, мощный просто вопрос. Мясо неудачи, гигатурированной зоны или на глине корни не развиты. Дружище, не скажу, не знаю. Вот вы перечислили, я что, могу отсюда узнать, есть там гипотогенная зона или нет. Или место неудачное. А что такое неудачное место? Вы знаете, я однажды, как учился, я взял ружье и пошел в тайгу на охоту. И вот он, такая сопка высокая, у нас там высота была где-то до 2 километров. Вот. И я, значит, дело весной, уже подснежники уже понюхал. Вот иду, 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 иду. Потом, ну, то есть Санцепёк, это юго-западная сторона. А я иду, вверх идти тяжело, нормальные герои идут в обход, я пошел в обход этой сопки. Иду, иду, вот уже снег по щиколотку, потом по колено, потом по пояс. Я стал как дурак, а дальше пройти не могу, все, мне по пояс снег. Я представил себе, это потом уже, ну такой характер, такой уж я ненормальный. Думаю, там подснежники цветут, а тут, или там какие-то лютики, не помню. Синенькие такие. А там снег по пояс. Это ж когда он растает? Снег по пояс с этой самой, с северо-восточной стороны. Когда он растает? А в середине лета все одинаково. А у нас эти горные районы, и там везде дачи, дачи. Причем они везде. Вот так вот, такая же сопка. И со всех четырех сторон, юг, север, запад и восток, со всех сторон облеплены домами. И какая надежда иметь сад там, где в мае месяце, мая, подчеркиваю, снег лежит по пояс. А потом снег растаивает, и это берут и говорят, вот малиновый звон, теперь это вот вам отдали под дачи. И люди выпиливают вековые сосны, чтобы посадить деревья. Северо-восточная сторона. Какие эти самые, когда снег в июне сходит. Видите, к чему я это говорю? Вот. А тут место неудачное, гипотогенная зона или на глине. А откуда я знаю, на глине или не на глине. В общем, Виталий, вы уже много знаете. Вы не зря перечислили и зону, и все. Дальше будете разбираться сами, как получится.